Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на MIPS, или Security, она теперь называется, 2017. Сегодня на этой выставке я хочу выразить благодарность всем нашим партнерам и покупателям, потому что именно благодаря вам Trasir становится таким, каким он должен быть и будет. Всегда. Он формируется благодаря вашим запросам, пожеланиям, благодаря вашему влиянию на нашу систему. Конечно, мы туда вкладываем и свое видение, но в большинстве случаев это то, что вы просили нас сделать, и мы будем делать так всегда. Спасибо вам! Ну, а если опуститься в частности, то на этой выставке мы представляем систему распознавания лиц, также появившуюся Trasir благодаря вашим многочисленным запросам, и многие другие системы, о которых нам расскажут наши продукты. Сейчас, когда принято 929-е постановление об оснащении транспортной инфраструктуры системами безопасности, мы следуем этому тренду и уже оборудуем инфраструктурные объекты системами видеонаблюдения на базе Trasir. В частности, большинство вокзалов к чемпионату мира 2018 года будут оборудованы Trasir и распознаванием лиц на базе Trasir. Мы расширяем функционал и возможности наших систем для транспортной инфраструктуры. Например, это распределенная инфраструктура, а значит, больше аналитики требуется переносить в камеры. И мы, например, сейчас поддерживаем распознавание номеров, которые осуществляются непосредственно в камере, но при этом вы получаете полностью тот интерфейс Trasir, которым привыкли пользоваться. Вот. Мы интегрировали мобильные камеры. Это значит, что теперь камера всегда с вами, с вашей охраной, инкассаторами. Кто может использовать носимую камеру, и при этом Trasir будет синхронизировать центральный архив, привязывать к персонам и так далее и тому подобное. Продолжайте помогать нам строить ту систему, которая вам необходима.